Я думаю, что отношения между Россией и Германией в минимальной степени зависят от результатов выборов в Бундестаг. Выборы в Бундестаг проходят регулярно, как-то свойственно западным демократиям, где регулярные выборы в парламент. А отношения между этими странами, в том числе и Германией, и Россией, зависят не от этого. Они зависят от того, как эти страны будут рассматривать свои интересы и свои взаимоотношения в связи с отстаиванием этих интересов. Я думаю, что стратегически выборы в Бундестаг никакой угрозы российско-германским отношениям не несут.